Помните ли вы, что мы делаем в Украине? Убиваем мирных людей, отстаиваем интересы кучки продажных политиков. А разве не нацистов убивают? Говорят, но в это я не верю. Если посмотреть ту же Москву, ту же центральную часть России, я уверен, что нацистов будет столько же, сколько и по всей Европе. Можно за тебя отвечать на это все? Ой, нет, такой момент. Да, это никак без комментариев. И что там происходит? Война. Ну, как нам говорят, у нас там военная операция, но уже это, по сути, война чистой воды. Но разве не нацистов убиваем? Нет, я считаю, мы убиваем мирное население, и я с этим совершенно не согласен, я это осуждаю. Ну, а какие цели там могут быть у властей? Цели, я думаю, что наша власть засиделась, что у нас очень странные взгляды, что мы все еще пытаемся расширять свою страну всеми возможными способами. Помните ли вы, что происходит, что мы делаем в Украине? Честно, нет, не особо. То есть вообще не располагаете никакой информации? Ну, тоже гуманитарные коридоры какие-то открывались. Вот это единственное, что я помню. Война. Ну, а как думаете, зачем она нужна была? Что нам плохо ждется? Я, честно, затрудняюсь, не знаю. Но я не знаю, зачем война. Yeah. В России геноцидификация, нацизм. И именно поэтому происходит война. Именно с точки зрения России. А в Украине просто все в шоке, в ахуе, что это произошло. В целом, я не вникаю, мне это не интересно, меня это не касается. Ну а вкратце, там, что слышали вообще? Даже не вникаю, не хочу об этом обсуждать. Убиваем мирных жителей, ведем войну. Как думаете, для чего все это? Тут у всех разные мнения на этот счет. Кто-то говорит, что нацистов убиваем. Это амбиции нашего диктатора. И какие у него амбиции? Захватить планету? Не знаю, завоевательские, понятия не имею, честно, какие у него амбиции. Я думаю, что у многих россиян абсолютно не такие по амбиции. Эту войну поддерживают меньшинство населения нашей страны. Хотя, по крайней мере, мне бы хотелось это верить. Ну, там идет война. Мы воюем на Украине. Угу. Ну, а для чего, как считаете, это нужно? Я считаю, что это не нужно. Почему? Потому что я считаю, что в наше время можно решить мирным путем все вопросы. Ну там же нацисты. Ну это их проблема. То, что у них нацисты. Из-за этого нас считают фашистами. Помните ли вы, что мы делаем в Украине? Да, помню. И что делаем? Войну. А из-за чего? Ну то есть зачем? Из-за амбиций. Амбиций? Да. Какие амбиции? Амбиции действующей власти. Они пытаются проявить свою силу и показывают таким образом реакцию западным ценностям и культуре. И пытаются быть другой стороной, да, этого, плоскости этого мира с другими ценностями противоположными. Воюем. Зачем? Дядьки так захотели, старые. Ну, а какие вообще есть теории, почему они это сделали? Просто так поиграться захотелось? Ну, наверное, от скуки. Я других вариантов не вижу. Скажу честно, каждый день просыпаюсь, открываю новости, смотрю, что там есть. Вот полностью без сарказма. Ну, а что там происходит? Там сейчас идет перетяжка войск. Мы взяли Лисичанск уже, как, не знаю, может, неделю примерно назад. Вот сейчас перетягиваем войска на Донбасс. Ну что, Лисичанск уже российский? Да. Ничего себе. Да. День рождения сегодня. Да, кстати. День рождения. Спасибо. Это скорее начало полной конфронтации с Западом. России именно с блоком США, Европы и так далее. В этом была задумка. Мы проводим спецоперацию. Ну а какой в ней смысл? Просто никто не знает. Может, вы знаете? Весь прикол в том, что как раз-таки смысл двоякий и очень опасно называть это судьбой. Одни говорят одно, другие говорят другое, а правду мы, наверное, узнаем по учебникам истории у победителя. Ну, а теории какие есть? Теории две. Первая, соответственно, что это мы спасаем и освобождаем народ несчастного Донбасса. А вторая — это захват земель.
захват земли, да. И помимо того, что мы освобождаем Донбасс, несчастных людей, мы предотвращаем поставку, установку ракет от НАТО и присоединение Украины в НАТО и так далее. Ну, в общем, теории, в принципе, истории много, но правда, еще раз повторюсь, узнаем победителей. Ну какая интуитивно кажется ближе? Я не хочу на это отвечать, можно я не буду, пожалуйста.